Привет, народ, с вами Дневной Финаргот. Как вы смогли заметить, я переехал в центр города и живу напротив Исаакиевского собора. Какой великолепный вид и какие великолепные у меня сегодня гости, которые ничего не знают ни о доте, ни об артефакте. Это у нас Дина Блин. Привет. Господи. Это Вика. Алло, Картер. Да, мам. И... Дотеры не люди, да? Да, мам. Алексей Волкофрения. Да. Волков. Я единственный, кстати, у тебя назвал фамилию. Можешь хотя бы ты поздороваться? О, Дин, слушай, я видел, у тебя новое видео вышло. Да, на канале Антибити-блог. Mm-hmm. Я там без трусов, кстати. Это лучшее. А ты что в трусах сейчас? Это триггер, да, был? Ты сейчас что, в трусах? Да. Мы просто снимем мою передачу, а, ребята? Докажи, да, что так? Ты в трусах. Вот мы в трусах, это мы, видно. Мы без трусов, это... Ну, вы знаете, я приклеен к стулу, ну, чтобы там кадр был всегда статичный, я никуда не уехал. Может, микрофон разрушает студию. Приклей микрофон к стулу и сам сядь сверху. Здравствуй, Дмитрий. Да, всем привет еще раз. Давайте мы что-то у вас время отнимаем, это же ваше драгоценное время, очень драгоценное. Перейдем к сути ролика. Как вы знаете, существуют киберкотлетки. Это люди, которые зарабатывают деньги, играя в игры. Ну, в отличие от нас. О, звучит вкусно. Вот. И... Я люблю деньги. Я подготовил несколько снимков игроков. И вам нужно будет сказать, попробовать угадать. Ну, возможно, кто-то из вас кого-то знает. Наверняка кого-то вы узнаете из представленных лиц. Но предположить, во что они играют, чем они занимаются. То есть ты нам сейчас покажешь потенциально... одиноких, богатых, молодых людей. Миллионеров. Да. И толстых. Вот. Вика, толстых. Прошу вас, забирайте. Толстых. Отдай, людей. Вика, отдай, я тоже хочу. Тебе нужен миллионер? Ну, отдай мне миллионера. Ля, какой смысл. Мне кажется, я знаю его. У него тигр на футболке. Тигр. Ну, слушай, 24 на 7. Смотри, у него, в принципе, да, слюни изо рта не текут. Значит, не дотер? Значит, не дотер. Но мы не видим, если... Кстати, ты права, он не дотер. Он не дотер? Я вот нормального человека от дотера сразу могу отличить. Мне кажется, вот этот человек может... Ту игру, в которую он играет, я наоборот считаю, ну, типа, наоборот, знаешь, типа, дотер, не дотер, а тут, типа, вот это... Он играет в карты. Да. Херстоун. Да. Сильвернейм? Да. Это что, Сильвернейм? А что он такой красивый? Я же знаю Сильвера. Он Пукич. А я его не знаю, я просто подумал по его внешнему виду, что он играет в карты. У него на глазах написано, я, сука, играю. Я не узнала Сильвернейма. А что он тут такой молодой, горячий? Все, потерял миллионера. Блин, Сильвернейм, пожалуйста. Сексич. Давайте пролистаем дальше. Сильвер, я тебя угадал. Мы открыли фотку вот этого мужика. Он что, гонщик? Там есть две фотки, там можно следующую. Ну смотри, это Virtus Pro. Да, Virtus Pro, это понятно, да. А какие Virtus Pro, какие дисциплины? Любые. Онлайн во все играют, даже в шахматы. Я думаю, что он КСер. Да. Ну все. Как ты вычислила? По взгляду? Как ты думаешь, какой у него никнейм? И чем он еще занимается в жизни? Есть ли у него семья? Мне кажется, он любит... Если у него нет семьи, я готова стать его семьей. А ты скролли следующую фотку, она там тебе он понравится. Там он с женой и детьми? Ого! Ого! Вот это бицуля. Мне кажется, Леша больше всего понравился. Мне очень понравился его бицуля. Так красавчик. Какой у него никнейм? Он любит заниматься спортом. Я думаю, Нагибатор 228. Нагибатор 228. Это такой, это твой никнейм, Вик, ну? Занимается спортом, ну да. У него есть семья? Есть, и дети. Большая, и дети, да. Три ребенка. Я его ребенок. Он мой папа. Мне, кстати, он перестал нравиться. Да какой никнейм у твоего папы? Я там даже отсылочку дал. Мегапыхрь. Отсылочку дал. ГМ-бокс. Я это замажу так-то на ролике, ну да. В общем, и зовут его Ярослав. А, давайте, из какой он страны? Дубина, базука, руки-базуки. Что, погоди, что ты сказал? Руки-базуки, почти, и он почти, из Беларуси, почти, да? Почти, ну, кстати, было прикольно. Ярослав из Беларуси выступает за команду Virtus Pro. Руки-базуки. Руки-базуки. Так он из Беларуси? Нет. Блин, а похоже, что из Украина? Беларуси. Нет. Он иностранец? Да. Тогда Германия? Германия? Нет. Что он Ярослав, соответственно, он поляк. Германии. В CSGO играет поляк. Поляк, да. Все правильно. Ну, а никнейм у него, это было близко, у него Паша Бицепс. Серьезно? Да, Паша Бицепс. У киберспортсменов есть такие никнеймы? Давай, пролистывай дальше. Нормально. Следующего вы точно должны знать. Ну, это Шрауд. Извините, блин, конечно. Я думал, ты скажешь, что это я, потому что не часто называют русским Шраудом. Тебя? Да.
Тебя называют русским Шраудом. Что? Выйди отсюда. Тебя. Так-то я был на одной тусовке кэсовской, ага. И там как раз люди кричали: «О, русский Шрауд, пошел петь караоке». Ты ж туда пришел в костюме штурмовика, Дим. Знаешь, фраза «я был на кэсовской тусовке» — это, в принципе, почти как на дотерской. Как на майнкрафтерской. Только этажом повыше, да? Там сверхлюди. Майнкрафт — моя жизнь. Я в Майнкрафт играю, только кстати. Интеллектуалы Майнкрафт играют. Майнкрафт играю обязательно. А, простите. Да, я. Ну, хорошо, вы угадали, это Шрауд. Национальность, Свайпы. Вы его знаете? Американец. Близко. Ну, посмотри на него. Он из Великобритании? Канадец. Да, канадец. Канадец, да. А какая у него основная дисциплина была до того, как он начал PUBG стримить? Кто-нибудь из вас знает? Не КС-чик, не? Да, он был профессиональным игроком в Counter-Strike в команде Cloud9. Да, ладно, идем дальше. Опа. Ля какой. Роза. Empire. Вот Empire, это наши. Роза. Это наши. Ля какой. Это наш, это ты прав. Это Cool Story Bob. Ты смотри, какой загадочный парень. Во что парень. Он играет? Я думаю, что он играет в доту. Да. Да? Ну, сразу видно. Ты его знаешь? Да, нет, я просто... Ну, по нему видно, что он в доту играет. Да, да. Вы его видите вообще. У него даже он на руке дота. А как ты думаешь, как его зовут? Может, я думаю, что его зовут Егор. Нет. Может, Крит. С Розой связан ник? У него... Из второй части алфавита именно начинается. На Федор. Нет. Ну, кстати, буква F есть в его никнейме, он всего лишь из двух Ульрих. Букв. Ульрих? С розой такой. Представляете? Ульрих. Его никнейм FN, и там идет чемпионат мира по доте, International, говорит, Ульрих FN сейчас зажжет, будет делать трипл килл. Серьезно, Ульрих? Нет, Феофан. Феофан. Нет, Евдофий. Борис. Нет, его зовут Ростислав. Ростислав. Вот, но красивый. Есть, но он, кстати, не из России, а с Украины. Uh-huh. И есть интересный факт о нем. У него есть еще другой никнейм в соцсетях, ну, где его, можно сказать, так называют. Связано это с его бывшей, ну, не карьерой даже, а увлечением. Девушка. Как вы думаете, чем он увлекался? Веб-модель на камеру? Я думаю, что... Гольфом. У него есть гараж, и в нем есть трактор, а он его чинит. Ну, да брось. Вот если сказать, тогда он был бы тракторенок, а есть у него другой, другое, вот как никнейм, такая кличка, есть другой, есть тракторенок, а есть... Слоненок. То есть он слон, да, у него увлечение слоны? Обижаешь. То есть это связано со средством передвижения? Нет, ну слушай, он достаточно юный такой, взгляд у него дотерский, я думаю, что он... Чем он может увлекаться? Так, волосы крашеные, татуировка на руке. Шахматенок, да? Шахматенок. Я думаю, что он музыкант. Он музыкантенок, да? Айтишник. Айтенок. Айтишник. Айтенок. Подскажи нам, Дима. Поваренок он. Он, да, правда? Да. Повар спрашивает! Нет! Погоди, это что, новинка? Можно, да? Можешь расскажешь? О, это анекдот, да, там про повар. Новый, свежий, да? Анекдот про повара? Свежак. Да, да, вы не видели? Ну, там на ютубе напишите, повар спрашивает повара. Так, и что там будет? Ничего на самом деле не будет. Давай, пролистывай дальше. Все удалили эти ролики, забанили уже. Ой, ля какой. Нам нужно сразу две фотки. Так это он же, нет? А? Да. Да, это он же. Вот тут мы бы сразу поняли, что он Ростислав. И что он поваренок, да. Да, да, я. А что у него тут? Он с кем-то переписывается. Опа, спалили переписку. Он пишет, но не мне, он мне столько не писал. Габену, да, пишет? Габену. Напиши мне. Он же богатый. Ты же богатый, да? Габен, где Half-Life 3? Габен. О, ля какой. Наби. Да? Следующий Наби. Да, это я знаю. Но это не дотер. Дотер. Дотер, это дотер. Значит, Нави. Только начал. Нет. Или уже совсем дотер. Это известный чувак. Волосы у него известный. Густые. Он давно уже играет. Это самый известный дотер, да. Считается. Да. А, ну значит, я так думаю, что у него лицо такое блаженное. А, да. это же... Я не знаю. Обычная реакция на дотеров у людей такая. Мы дотеров не знаем по именам. Ну давайте попробуем. Как, по лицам как? Знаю, вот по лицу я его видел где-то. Не знаю. Мне кажется, я у него покупал сигареты. Где, на интернешнале? Рынок интернешнал есть такой. В секрет-шоп приходишь, там стоит Дэнди и берешь у него сигареты тематические. Вот, это Дэнди. Дэнди. Со вкусом клубники. Дэнди, точно Дэнди, да? Это Дэнди, да. Ты прочитал где-то? Дима прокололся только, что ты не слышал. А, там написано, да, где-то? Дэнди. Нет, ты только что сам сказал. Ты сам сказал, что... Хорошо. Развели ведущего. Зачем ты рассказала? Из какой страны? Блин. Из страны Марио Карт. Украина.
Да, он считался самым лучшим мидером, и он так считал, но сейчас он не самый лучший мидер. Ля какой! О, папаня! Да это же Валерка Селиванов. Это, кстати, бать мой. Виталий Цаль. Ну, ты даже имя и фамилию знаешь. Да. А из какого города? А еще он думал, Из Венеции, что у него в глазах жидкость замерзнет на морозе. Он думал? Какая ты знаешь, почему у него ник Папич? Посмотри на него. Кто это вообще? Кто не знает? Посмотри на него. Кто такой Папич? Действительно, по-моему, такого канала сейчас нету на Твиче. Нет, просто кто-то мне говорил, что это стример, а я что-то не нашел такого. На Твиче. Я гуглил, тоже не видел его на Твиче, на самом деле. Пишите в комментариях, кто это, знаете вообще его. Вот, но Папич, на самом деле, был очень крутым игроком в первую доту. И прям нагибал-нагибал, а потом решил стримить вторую. И он переиграл еще он социопат, и поэтому он всегда один. По нему видно, как мы все. И последний наш участник. Виртус тоже, да? Виртус Про, да. Пожалуй, даже лучший СНГ-игрок в доту. Симпатичный. И капитан. Он играет в доту? Да. Ну. Он капитан команды. Виртус Про, да? Да, какой у него может быть ник? Как, какой у капитана? Может быть, ник King of the Kings? King of the Kings. Я думаю, что Карамелька. Карамелька! Нет, почему Карамелька? У него карамельный потому волос. Потому что он сладенький. Посмотри на него! Это Карамелька. Усики, может быть, какие-нибудь. Усики. Ник пропуск в. Пропуск в? Угу. Нет. У него никнейм начинается на букву «С». Какой-нибудь Соник? Секси. А, наверное, Соник. Секси. Супер... София! Нет. Супер убивака! На вторую букву ты угадал. А что сказал? Су? Со? Со? Его зовут Со? Со-со Павлиашвили! Ой, какая шутка. Как раз в дотанчик зайдет. В дотанчик зайдет Со-со. Да, тут основная аудитория дотеры. Я могу, блин, палец показать вот так, а им смешно будет. Так что извини, конечно. О-оу. Это конфликт. Солид? Нет? Опасно. Нет, у него никнейм Соло, зовут его Алексей. Он хороший. Поэтому он тебе нравится, да? Потому что он Соло. Нет, потому что его зовут Алексей. Все Алексеи их. Крутые ребята. И вообще, с Алексеем была забавная история. Его какое-то время банили от участия в турнирах, потому что он поставил против себя и выиграл $322, после чего и появился мем 3-2-2. Вот. Вот он мошенник. Поставил вот мошенник. А так можно было? Судить. Нет, конечно, его забанили. Спустя некоторое время он вернулся, осознал ошибки и теперь хороший игрок. И теперь просит друзей поставить за него деньги. Прикольно. Но этого никто не знает. Ты не пали контору? Слушай, я только что бизнес-проект придумала. Какой? А как ты его назовешь? Соло.ру? Так, такой уже есть. Ставки на соло! Ставки на соло. Где лучшие ставки? 1x-соло. 1x-соло. Да. Ну, собственно, закончился список участников. Мне нужно что, выбрать из вас победителя? Да, да, выбери победителя. Выбираем обязательно. Сделай верный выбор, Дима. Дим, ты знаешь, штаны у меня твои. Да, я как знаю. Бы. Какие штаны? Твои. Вторые? Ладно, это вырежет потом. Так, ну, понятно, что Вика опять пыталась всех поразить своим искрометным юмором, в скобочках нет. Ну что это, повар спрашивает повара в 2018 году? Серьезно? А ты что, я смотрю, критик дофига, да? Да. Угу. Ну, как кошки у этого, у... Моя жизнь. У Куклачева? Кошки Куклачева. У Фредди Меркьюри, вот. Я, кстати, хочу быть дорогушей, чтобы у меня был дом, как у Фредди Меркьюри, чтобы у каждой кошки была своя комната. А ты знаешь, что он одну песню посвятил своей кошке? Хочу быть кошкой, чтобы мне посвятили песню. Ее зовут Делайла, кстати. Звучит... мне, по-моему, Делайла Картер было бы круче, чем Вика Картер. Я думаю, все лучше, чем Вика Картер. Даже картофель Картер, сало Картер. В принципе, так сало, да. Ну, в общем, так сало победитель Картер. У нас будет сегодня Леша Волкофрения. Да. Подсужена! Сексист! 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 Феминистки в натуре! Я на там Никсель-Пиксель, ты знал? Никсель-Пиксель, да, я знаю. Да. Я сейчас выйду и скажу, что здесь происходит. Я сейчас выйду из этого дома. Я тоже могу выйти. Давай. Вот и выходи. Уходи отсюда. Ты уходи. Давай, ладно, все.
На самом деле, я думал, что ролик будет интереснее, веселее, шутки будут хорошие, но что-то нет как-то. Я думаю, пора сваливать отсюда, что это такое вообще. Устроил шоу с блогерами. И штаны свои забери. Не, ты, не, сядь с места. Да, блин, сколько можно?